Нашел? Кого ты нашел? Нашел обезьяну. Это еда обезьяны. Да. Оп, а вот и обезьяна. Нашли мы храпящую обезьяну. Вот она. Вот так. Из гориллы выглядывает у нас тут Даня и Макс. Половинка обезьяны, и как раз место, чтобы Даня залез. Оп, Даня, залазь. Видишь, висит, как орангутан. Оп. Ножкой держится, ручкой достает себе какую-то еду, колупает ее. Смотри, тут два орангутанга разных. Один с Борнео, а другой с Суматры. Оп. Две разные мордочки. Такой и такой. Мы были внизу, а вы где были? Мы видели орангутанга снизу. Мы до этого видели орангутанга сверху, решили посмотреть орангутанга снизу. Такой орангутан он. Ручки и ножки орангутанга. Вот. Хочешь потрогать? Сравнить со своими ручками и ножками. Вот моя. Оп. Вот Макса. Макса меньше, чем у орангутанга. Вот так мы идем по мостику. А вот обиталище орангутангов. Ну, орангутанг там был один, он спрятался где-то, чтобы его никто не трогал. Там что-то внутри нам сейчас покажут. О, вот он. Большой такой. Самый большой орангутан наверх залез, спрятался, чтобы его никто не трогал. Спит он, не хочет играть. Спит. Да, не целую обезьяну. Даня решил поцеловать. Тут большие мордочки сидят. Да, они сами шли к людям, а видишь, он ему не разрешает идти к людям. Он там сидит сверху, смотрит. Вон они там сидят. Там сидят вдвоем. Поменьше жует капусту. И там побольше, который ничего не жует. Просто сидит. Такая красота у них тут. Дань, туда к обезьянам не ходи. Там они большие. Не надо там. Ты у того хотел погладить? Самого большого? Дань. Да? Он очень большой. Наверное, местный альфа. Дантиста не предусмотрено у обезьян. Зубы какие есть, такие уже и останутся. Там тоже ходят. Дядя ходит. Да, кормить будет. Давайте подождем, посмотрим. Посмотрим, как он их будет кормить. Там он сверху обезьянка. Да, он закрыл, он ходит, просто разбрасывает еду. А это знаешь, наверное, зачем? Это за тем, чтобы они не сидели где-то в одном месте и не кучковали. Чтобы они ходили по всей территории, разрабатывали свои лапки и показывали себя посетителям. Вон там они ждут. В трубе сидит, ждет мавпочка. Едой, в вольер еды сначала набросал, потом сюда. Даня тоже набросать еды в коляску, Даня, он бы
коляску сел. Он идет еще, к нему подходят, там 4 обезьянки в трубе. Сейчас ветку он забрал, ставит ее в какую-то трубу. Обезьяны будут ее грызть потом. Подумал, можно выпускать обезьян или нет. Пошел в воду купаться. Обезьяны тем временем все подходят, они знают уже, процедура у них каждый день одна и та же. А вон они спускаются по веревочке, по канатикам и готовятся разыскивать какую-то капусту свою. О, братья, в расцепную. Все. Оп-оп-оп-оп, на волю. Давайте на волю. Искать капусту по вольеру. Ты. Макс, не бегай быстрее, обезьяна. Обезьяна быстрее. Макс нашел способ обдурить систему. Он сначала нажимает, не дожидается отсчета и бежит. Тогда... Вот, старт. Тогда Макс бежит быстрее, чем горилла. Тут решил помериться силами с гориллой. Смотрим. Макс на маленькую обезьянку только натянул. Трека надо тянуть. Нидерландский. Война. Вперед, вперед. Следующую ручку вперед. Оп, давай, давай, давай. Молодец, Макс, у тебя получилось чуть-чуть пройти. Ты умница. Макс полез вот к этой горилле. Вот на такую большую-большую высокую горку. Привет, Макс, я тебя вижу. Он там ходит. Он спустится в эту горку потом. Горка сама вот такая высокая. Там по спирали на самый верх закручивается. Макс прилетел все-таки с горки. А вы где были? А вы где были? Маленько? Она тут ходила. Тут ходила. Ну, понимаешь, дорогая, у меня зума нету такого, как на айфоне. Он не добивает туда, до той обезьянки. Вылезла тут одна. Нашли первых обезьян. Вот одна сидит. Привет, друг. Я тебя трогать не буду. Я вот так тебя обойду, чтобы по солнцу стать. Красивее ты на картинке был, на кадре. Сидит тут друг. Мохнатый такой. То на входе мы обезьянку гладили, у нее шерсть была на кота вообще не похожа, такая густая и жесткая. Это с виду похоже на кота. Ну что, она и убежала как кот по забору. Ну, привет. Дубль 2. Да, к папе пришла, к папе. У папы еды нету, наверное, еду хочет. Привет, я за тобой похожу, трогать тебя не буду. У тебя ушки там. Трогать не буду тебя. Вот узнать, можно тебя трогать или нет. Или ты вдруг. Интересно, у них лапки такие. А вот когда сблизи смотришь, думаешь, обезьяна, у нее должны быть ногти. Или как у кошки, когти. А у нее вот лапки, ноготки такие аккуратные, как будто их водили вчера в маникюрный салон.
Ногтей таких острых совсем нету. Интересная такая. Упрыгала, убежала. Оп-оп. Успеваю его ловить в кадр. Оп. Вон какой друг пришел. Сидит, хвостом укрывается. Мы чуть приблизим, сколько можно к нему. Оп. Интересный. Он похож на хамелеона чем-то. Не цветом, а вот как пропорция у него тела и хвост так закручен назад. Похож. Такого хамелеончика. Обезьяна-хамелеончик. Оп. Сел дальше. Хвостом укрылся. Смотрит по сторонам. Макс тут нашел какую-то замануху. А, очередной туннель обезьяний. Давай, давай. Ходи по туннелю, я тебя в обход пойду, встречу там. Кстати, находимся сейчас как такой домик. Домик, помост, дом на дереве. Вот люди там внизу ходят, а мы ходим вверху по домику на дереве. Те заманухи для детей с подзорными трубами тут. Да, она правда с усами. С усиками такая. Onze dieren gaan dan naar binnen. Mocht u deze dieren nog willen ontmoeten, dan adviseren wij u de route te vervolgen. Вот она сидит спинкой. Achtung, Damen und Herren. Der Park schließt in eine halbe Stunde. Folgen Sie bitte die Route zum Ausgang. Ich wiederhole, der Park schließt in eine halbe Stunde. Folgen Sie bitte der Route zum Ausgang. Убежала. Идем по обезьяньему маршруту, как Макс ходил. Заданий. Нам тут уже сказали, что через полчаса обезьяний парк закрывается. Попросили нас быть такими добрыми и пройти к выходу. Тут мы пришли к экспозиции, там где ночные животные. Надо найти, как включить ночной режим. Тут нашел, где включить low light мод. Нужно рассмотреть немножко лучше. Вон там сидит ленивец, прям по центру кадра. Нашел, где включить low light мод. Тут можно увидеть, где обезьянки сидят. Ленивец не хочет вылазить. Он там сидит, он и все. Ни вперед, ни взад. Спит, ждет ночь. Обезьянки только бегают, мартышки. Все, тут спускаемся мы с домиков на деревьях. Вон они там остались. Мы идем вниз искать Максима зданий. Водопадик обезьяний. Там ходят они. Так, обезьянок поснимали. Пошли искать своих обезьянок. Тут площадка с фонариками. Место, которое притягивало бы Максима. Если бы он выбирал, где гулять, он бы выбрал определенно это место. Начнут прям разгонять в 6 часов, что ли. Выгонять людей, которые тут доходят до выхода. Ну так, Вейксберген еще час дольше проходили. Интересно, тут получится так или нет. Если еду продают без 10 минут закрытия, значит, еще можно будет сидеть. Ай! Напротив обезьян, напротив своих друзей. Напротив обезьян. Макс, вы решили покушать напротив обезьян, соблазнять их едой, да? Правда? Вот ее видно или нет. Да, там есть обезьянки. Тоже в кустиках. Они-то вон ходят по деревьям. Ходят по деревьям, да. Вон. Оп. Максим требовал Макдональдс. Максим, ты согласился уже на пиццу? Картошку увидел. Понравились вам обезьяны сегодня? Расскажите впечатление ваше от посещения парка. Какая обезьяна больше всего запомнилась? Дань. Макс, а тебе какая обезьяна больше всего запомнилась? Расскажи, я интервью у тебя беру. Ты звезда. Вот сюда говори. Даня, ты готов говорить? Горка? Я тоже горка, а сок я там. Тебе ее трогал. Горка высокая, по спиральке там, где ты спускался, да? А кто мог не пустить? Там никого не было возле нее. Там ходили, кстати... Боялся. А, ты не пустила? Он боялся. Даня боялся? Да.
пошли. А, вот оно что. Он с Настей пошел и побоялся. Настя, там что, ходили это? Дети со взрослыми, просто наверх туда. Настя, я вижу. Пошла, а он начал бояться. Максим, ты как настоящий сеньор, сеньор сидишь. Да этот, на стуле прям. Интересно, до какой крайней точки он долезет, перед тем, как свалится? А тут сидит, смотрит. Ну, так, по краю веток ходит, вообще по краю. Хвостом держится, лапами пытается что-то искать. Ветка прогибается. Ветка прогибается еще и как. Пар закрыт, осталось две маленькие обезьянки. Побежали, 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 побежали. Let up!